Так, сейчас попробую своей колодой сыграть. Я ее подправил. Вот. Вода Бракелона появилась, но нету еще Великого Дуба и еще парочки там карт, которые... Ну, хотелось бы иметь. Так, это кто такие? Это кто? Сквайс, Мэйвэли. Это что за пират? Ну, я не понимаю. Так, вот, вода Бракелона попалась. Не знаю, юзать ее в первом раунде или нет. Тебя скинем. Эльф Дриад. А, ну в принципе можно юзать. Прям в первом же. Сейчас. Краснолюды. Краснолюды. А пусть будут краснолюды. Человека, правда, нет. Кончите меня. Тебя меняю. Ой. Так, это кто такие вообще? Я хожу, да? Я хожу, ну когда-то вот Бракелон. Сходу. Это же Скеллиги, наверное. Ну, похоже. Типа, нет, зачем все эти дружественные отряды на количество монет? Что? Чего? Я, блядь, это что такое нахер? Это что такое вообще? В моих объятиях легко забыть о родине. Чего? Я не понимаю. Что это? Какие пираты? Человека тебе перелил. Я даже не знаю, кто это такие. Что у них за карты? Давай попробуем. Эванси. Я даже не знаю, первый раз такого движу. Знаменитый пинчуга. Так, с дрядки у нас. У нас есть дрядка. Она, в принципе, пока не нужна. Краснолюда, наверное, кину. Или надо было сначала краснолюда кидать. Вот усилить этот отряд на 2 единицы. Что? В конце каждого хода усиливать отряд на 2 единицы. А это золотая карта, да? Ага. А я смогу тебя продумбасить, вряд ли. А если я ломаю ему, что, деньги переходят или что? Как это работает вообще? Был у тебя когда-нибудь перелом колена? Тогда забьем, наверное, на него. Пусть усиливается. Как бы. Сходу. Он может пасануть, но не знаю, но вы можете... 2, 3, 4, 5, 6, 7. Шестенбах оставим на последний, наверное. Можно золото нам выкинуть. Ну, если вот сейчас он... Чё, я просто не знаю, о чем он сейчас будет думать. Может, он просто поснёт. Нет, он не поснёт. Скупщица. Главное знать свою клиенту. Что за монета вообще такое? Мне уже не нравится это. Давай так. Ну, мне как бы пофигу, я усиливаюсь. Он, скорее всего, поснёт сейчас. 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6, 7. Я могу еще усилиться сейчас вот краснодарской колесницей. Но могу оставить ее на потом. Я, наверное... Блин, а чё, кого взять-то? Добавьте яд. Окей. Мне все равно не снять яд. Я могу... Бар, мне от этого пока рано. Хотя могу как бы кинуть.
У нас есть золотая карта, как бы. Но лучше вот тебя. Да, сейчас бы партиечку в гвинт. Ну скидывай все уже просто. Филиппа Эйхарт потратить. Ну еще не потратить количество монет, равно силе вражеского отряда захватить его. Че? Что это? Я ничего не понимаю, что это за колода у него? Я не понимаю, что у него за колода. Это постоянно усиливается. Но... Допустим. Ой, простите, репа отрынулась. Надо было прорезать тактическое преимущество. Тогда бы он, скорее всего, пацанул. А сейчас мне придется еще капту выкидывать. Ну, выкину товарища Золотина. Если он, конечно, что-нибудь сделает. Если он пацанет, то так нормально. Товарища Золотина надо выкинуть, да. Одно у меня есть, рядом машина. Давайте я от ряда. Угу. Из этого выйдет несколько приличных... Прикольно. Курс. Прикольно. Кого подождать? Тебя? Тебя? Ты что будешь делать? Я первый раз вообще колоду вижу. Монеты какие-то. Что за монеты? Я тоже монету, может, хочу. Уговоры, уговоры. Всюду уговоры. 39. Ой, блядь. Тебе пофигу куда? Ну, давай так. Дай еще одна зарышка. Ну, ты что будешь делать? До конца, видимо, надо идти, я сейчас. ХЗ. Меня не удивишь. Ничем. Это просто усиливается. Окей. Тогда надо гномах кидать. Капусту тяжелее высрать, чем съесть. Сходу. Собака какая. Карты больше. И, возможно, я... Может, надо было остановиться где-то, хз. Но у меня будут две дриады. У меня будет еще одна дриада. А зверь... А, ну, просто... Ты чё, вот... И... Это будет усиливаться. А что здесь есть еще? Природа. Фуф. Наверное, так, а чё? Пусть обмен. И сейчас пасовать. Чем у меня здесь есть? Эльфка. Но сейчас три карты какие-то выпадут, надо думать, что еще брать. Гринкавера. Мы очистим Новиград. Пламени. Гринкавер это человек.
Деньги, что за деньги-то? Охотник за колдуньями. Дриадка. А, эти двое попались. Тебя выкинем. Ну, блин. Давай так попробовать. Еще что-то возьмем другую дриаду, еще одну. Вторую. Выгода 3. Что такое выгода 3? Это ему деньги приходят или что? Ага. Нет, хрень какая-то была. Что он делает? Против не может выбирать другие карты в этом в качестве цели. Ага. То есть я сначала его ебошу. Угу. Понял. А я так сыграю. Налетай, подешевело. А я сначала туда трели кину. Ну, сейчас что-нибудь выкинет, наверное. А, он сейчас... А-а-а, собака какая. Осторожно! Я слышал, что фирцы читают мысли. Ты кто такой? Беспризорники? Беспризорники. Что у него там за карта? А, мы воду вызываем. Я что-то забыл про воду совсем. Так, а мы куда будем? Мы вперед их будем кидать. Вот, теперь надо карту. Теперь надо карту. Что у меня здесь есть? Есть ловушка, есть Ида. А у меня эльф есть. Давай тогда. Давай тогда тебя. Я за тобой слежу. Издалека. Вот. А потом зверя. А потом зверя. А сюда он пронесет. Он снесет этих и еще два у этого останется. Потом может. Охотницу сначала. А, дриаду надо вызвать. Бля. Ну что меня так не заводит, как чужие секреты? Коварную гостительницу. Давай, да, тебя. Да, следующий шаг будет последний. А, лол. Понятно. 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 Тогда давай. Тебя. Как так? Ты больше... Да, так. Потом мы убьем его. Ну, скорее всего. А, да, фанамести этого можно будет. О! Мы тут приобретениями делимся. Что это такое вообще просто? Мне хватит одной. Так, вернем этого. У него карта, блин, просто. Пока что больше. А сейчас может что-нибудь измениться. Банк Вивальди. Банк Вивальди. А, он просто сливает или что? Беспризорники, понял. У них закроешь столько, вот что пусть и такое? Делится. А как его сломать-то по сифору это? А, он деньги тратит или что? На это или... Я не понимаю просто, что происходит. Уходи, пока можешь. Что это происходит? Добавься. Играет отряд. Потом ёбнем кого-то. У нас усилится сколько? У нас усилится 1, 2, 3. 4 у нас усилится. И 3 еще нанесем. Блин, я не знаю, что это сложно очень. Не ставится мне на месте. Будто я там шат.
эльфские башни. Так, что происходит сейчас? Что вот это такое? А, ну я-то что? Плюс 5? Что? И чего? Что за деньги-то нахер? Я не понимаю. Откуда эти деньги? А ничего так. Слушайте, что происходит? Объясните, какой джекпот? Откуда такое вообще? Что это только что было? Что это только что было? Кто это? Что это за карта? Что это за колода? Джекпот. Ты здесь ради моего удовольствия. Вода опять попалась. Ну ладно, тебя не надо, в принципе. Дрядка одна. Дрядка одна. Это плохо, что дрядка одна. И зверька одна. Мерлега может выкинуть пока. Ходят первым. Что это такое? Джин назвал. Божество. Божество. Очень приятно. Меня Андрей зовут. Блин, рядка всего одна. То есть ее смысла нет сейчас. 5. Что ты делаешь? Кому? Добавьте единицы на броне. Приказ дальнобой нарядный. Если двое... Все равно вражескому отряду. Ну давай сразу, что делать. Он сейчас будет юзать, да? Два урона нанесет. А это каждый ход или что? Или это одноразовая просто тема? А, ну один раз, видимо. Угу. Сейчас он убьет эту дриадку, да? Угу. Уебок. Лупи молотком, а думай потом. А, это через ход. Поэтому надо его убить. А, почему еще одну карту? Откуда? А мы ведь могли решить дело добром. Ты можешь сразу пройти? А почему он сразу может пройти? Иди за мной. Сюда. Допустим. Конец хода. Вариантов у нас немного. Два. Угу. Так, альфа мы выкинули уже. Так. Сейчас говенкавер тогда. Говенкавер, они станут. Это приказ одноразовый. Еще один. Да что стали, блядь? Нет денег, нет товару. До конца будем идти, и пока бойца геймкавера не прибьют моего. Требушет дальнобойный. В конце вашего хода несите одну единицу случайно вражескому отряду. Это каждый ход или что? Страшная херня. Краснолюда. Кого будем уебывать? Его надо.
Был у тебя когда-нибудь перелом колена? Надо было сейчас Барбару, наверное, выкинуть. Ну, если он... Если он сейчас никого не сломает. Шутенбаха, наверное, на следующие раунды припрячем. Мерия еще не сказала своего последнего слова. Ты что, 4 урона? Почему? Там случайно нанесли 4 урона. Я успел прочитать. Почему он меня снес вот эти, у них там по 2 было. И нанес еще этим. Блять, я не понимаю. Что это за мрази? Человек. Мне гном нужен. У меня гнома убили. Гнома 2 нанесли, ей 2 нанесли и этим еще. Дриада. Давай лучше так. Всего перья перепелки. Предатели за все ответ. Прикольно. Что? Что это такое? По-моему, пора. Сдавался. Блин, вообще лютая карта, он золотой, 3 штуки золотых. У меня там тоже было немало. 1, 2, 3, 4, 5. Дриада есть, надо еще одну дриаду вызвать. В человек. Блин, нету дриады. Вот она нужна. Пасуем. А мы кого скидываем? Кто нам не нужен? Да, мы все прикольно. Кто нам не нужен? Человек, эльф. Сейчас, если я скину ее, она выпадет опять. Машина у нас единственная, ее нельзя. Краснолюды. Давай, наверное, краснолюдов. Хотя, может, ты... Поторопись. Ну, давай так. Не пожалеешь. Ловушка. Прикольно, у меня раз ловушка, два ловушка. Махакамский рок. Я тогда их раскидаю сначала, да, закончить обмен. Нормально. Ну, так. Краснолюда. Блин, я не знаю краснолюда. Потому что дриаду хотелось бы, наверное. Чтобы уничтожить, а то и бахать. Давай вот так сделаем. Где у них кого-то такие типа? Здесь север, да, или что? Давай теперь так вот. Давай так.
Сколько она стоит, интересно? 5. Ну, плохо, ладно. Так, теперь что? Теперь мы называем еду. Вкусы киевских мод не забудешь. Вот, теперь. О, божество! Вот так вот сделаем. Здесь что, махромский? Фу-фу-фу-фу, гармония. Так, сейчас мы крыс не выдаем. А, ну он уебал меня. Мразь. Краснолюдов кинем. 3. Ну, чтобы, типа, для количества, чтобы он испугался. Если он один ответ не спасал, в руки ваших котик не бьет карту с меньше стоимости найма и... Ну, пойдем, не ломайся! Ну, допустим. Краснолюды. Эльфские башни! У тебя приказ, а ты постоянно ебываешь, да? Или пожалеешь? Ты постоянно ебываешь. Эльф есть? Есть эльф. И краснолюды будут. Надо павку Гаэлия кинуть, чтобы ебать этот отряд последний. А потом уже... ее. Только у меня лучший лук парей. Так, блин, очень опасно. Ну, 6 карт, у меня 5, у меня преимуществ на 5. Фух. Товарищи Золотуна. А у меня... Ну да, надо что-то баха кидать. Так, ты его любишь? Кидай мне что-то на баха. Никто не видел, у него попугая. Да. Конец. Он у него будет поскольку? А, 2 единицы брони просто. Приказ одноразовый. Так, все. Ты что? Подкрепленность этого сети. Ты что? Слева распределите. 4. Увеличить урон за что? Вот за что там надо было увеличить урон? Я не слышал. Себя вот. Товарищи Золотого. Сюда. Потом машину. Ну, если он кого-то убьет, машину поставим. А, вообще пофигу, куда ставить. Ладно. Очистите отряд. И что? Это что-то такое странное. Ключник. На. Сдохни. А, хотя надо было ее. Или его. Ну ладно, насрать. Да. И еще мы эльфа не кидаем. Сейчас они еще раз усилятся, как минимум. Мы плюс 11 ведем. И здесь еще махамская ловушка. Если они не ебьются. Ну, типа, мне вот надо, чтобы две карты осталось здесь. Тогда докинуть надо будет вот в ту сторону. Бекенбауэр, условно. Словно его. Одеть его в ряду. Трис. Трис играть в розу карту из старта колоды любого игрока. Что? Чё? Я
два дам и... Так, с... И тебя кину. Плюс 10. Он себя только исцелить может. Я надеюсь, у него там ряда не будет еще одного такого же. Приказ восстановить отряд. Воодушевление. Мне терять больше нечего. Что он сделал? Гармония. Она вот так вот. Это вроде не должно дымить. Я вот так вот. Краснолюда. На нее тебе надо кого-либо убить. Кого-либо. Тебя убить. Все, да? Вроде все. Не одна карта. Посмотрим, что мы сделаем. Но у меня еще плюс 8 будет. То есть у меня 49 сейчас. Силы вражеского отряда, который не усилен, равный единице. Вот правый. Какая все-таки гнус. Вот и все. Махакамский просто рок вообще шикарен. GG. Да. Блин. Тяжелый выбор.